Ну, кстати, я думаю, можно отметить и тот факт, что валийцы дважды на первых минутах рисковали получить 11-метровые свои ворота. Арбитр не назначил. И ой, какой момент! Удар! Гол! Игорь Семшов зажигает фейерверки в душах наших болельщиков. 1-0, 36-я минута. Очень важный гол. Давайте отметим тонкий пас, если я ошибаюсь, Аршавин давал ему. Ну что ж, браво, Семшов начал в матче с Аргентиной. Защитник начал, кстати, то, о чем мы с вами говорили. Защитник начал атаку, а пас отдал как раз Аршавин. Вы знаете, очень грамотная атака и грамотная по всем абсолютно компонентам. Все передачи низом, абсолютно точные, в ногу. И своевременно, прежде всего. Смотрите, на ход партнеру, да, не успел Стоук, не успел Гебеден здесь подстраховать.